Всем привет, ребята! И вот снова война. Давненько я ничего не делал тут, не записывал. Но, если честно сказать, времени и сил вообще не оставалось уже на эту игрушку. Так, там что-то я поигрывал, немножко что-то получалось. Но записывать я это все дело уже не записывал. Так что вот недельку, наверное, я профилонил. И сейчас у нас война с Аллеей Звезд. Добрался я. Немножко времени есть. Так что будем воевать, наверное, да? Так, ну давай мы вот это сделаем вот так, чтобы не отвлекаться на это все дело. Ну и куда мы пойдем, собственно говоря? Ну, такие, да, фиолетовые центра. Ну, наверное, вот самый жирный и опасный, наверное, вот этот вот товарищ. Ну, остальных вот тут уже расхватали, кто кого. Ну, пойдем сюда, попробуем. Возьмем сюда, значит, скадим. Возьмем сюда. Кого бы тут взять-то? Кого бы взять? Ну, можно, наверное, взять вот так Житоса. Где пазик? Пазик раз. Где второй? Пазик два. И нужен хил еще. Хил какой-то нужен средненький. Средненький. Ну, пусть будет вот так вот. Нью-Йорк. Ну, в принципе, что-то может и получится, конечно. Ну, пойдем пробовать. Ну, ладно, поехали. Первый тапочек. Посмотрим, как там, что там дела, какие с камнем будут, как там чего. Ну, в принципе, так годно. Давай вот так сделаем. И вот так. Ангриса мы по-любому уже, да, убиваем вот эти два желтых. Ну, собственно, давай мы тогда так и сделаем. Ой, тут еще желтые вылезли. Красота. Ну, тогда Житос. Ну и в кого? Давай, наверное, сначала пазика попробуем пинать. Так прилетело. И еще сейчас вот так прилетит. Пазик и кулек отвалились. Чудесно. Давай мы тогда, ну, скади, да, давай нанесем урон по селедке. Угу. И вот так вот камнями ее заберем. Как бы от греха подальше. Ну, тут, конечно, да, камня прям вообще навезли. Очень душевно. Это хорошо. Ну, осталось найти тут или зеленых, или желтых. Так, и как еще тут их как найти-то? Давай вот так вот. Вот еще желтенькие подъехали. Давай вот так вот взорвем. Ну, тут уже одна Жуанхсин, она ничего не сделает. Ну и все, тут все зарядились. Ну, тогда бафаем атаку. Режем броню. И пазиками туда пуляем. Угу. Заргут. Получилось хорошечно. 54 очеча. Так. Что мы делаем дальше и куда мы пойдем? Ну вот, да, счет мы видим 4700 на 3200. У нас 58 тапочков. У них 32, да? 32 тапочка. Угу.
Ну, наверное, мы все-таки выиграем. Конечно, на разгромного такого счета не получится, я так думаю. Но победа будет наша. Так, ну, можно сходить вот сюда, наверное. Тут какая-то вообще непонятная оборона. Как бы Люцифер, два кулька и один хил. Как бы, что это такое? Что это такое? Ну, давай пойдем. Как бы, чего бы нет. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, тогда, значит, соберем сюда вот такую, вот таких вот желтых ребят. Диметру и возьмем вот этого товарища Урана. Так. Так, возьмем сюда как диспела. Возьмем еще вот так вот Мориган. И какого-нибудь диспела, наверное, да, надо еще сюда все-таки взять. Какого-нибудь. Или взять сюда Хеприка. Вот так вот. Вот так вот, если мы пойдем. В принципе, если мы, конечно, заблокируем это все дело. Так, давай это вот так поменяем. А Хеприку давай дадим 30-й отряд, чтобы он заряжался с 6 камушков. Так, ну, вроде так. Ну, давай попробуем. Попробуем, что получится сейчас. Будет ли камень? Поглядим. Так, фиолы желтые. Так, ну если мы желтых, значит, да, желтых и фиолов. Давай соберем вот так вот. Фиол подгоним. Вот так вот соберем трешку сюда. Трешку закинем вот так вот. Ага, еще желтые полетели, красные уже это не надо. Стоп, 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 стоп. Так, блокируем вот этого хрена тогда. Хрена заблокировали. И так, как тут лучше собрать? Ну, давай вот так по центру, что ли, тогда закинем в него. Отвалился. Хорошо. Этот отвалился. А если Нью-Йорк сейчас ультанет, то я, конечно, получу два прикола, да? Два прикола получу. Так, так, так. Давай мы тогда подлечимся. Посадим ворон. Ворон. Вот так вот фиолов подгоним. Так, ну и эти двое зарядились. Ну ладно, что делать? Давай так тогда. Давай так. Хеприка, конечно, мы зарядили. Это хорошо, но два прикола в индейцев моего бедного несчастного. Так, тише, тише. Так, и висят вот эти проклятые лисы. Так, стоп, 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 стоп. Так, так, так. Так, он снялась с него, да? Ладно, давай его блокируем тогда. Во, и заблокировался как раз-таки и Нью-Йорк, что прям вообще отлично. Прям вообще красота. Так, и тогда что там, сколько это лиса-то, морда один ход. Морда висит один ход. Давай тогда мы вот так вот сделаем. О, себя обезопасили от случайных, так сказать,
воротов возможных. Ну и теперь лупим все вот сюда в хила. Так, вот так. Угу. Вот так вот камнями мы его добираем. Так, хорошо. Хорошо. И вот так вот еще желтых закинем в кулька в этого. Угу. Так. Так, так, так. Ну, давай вот сюда закинем, пока у него срез висит. Не очень сильно получилось. Так, ну давай, может быть, вот здесь что-нибудь вылезет. Фиол. Так, зарядили хеприка своего. Не, ну это уже, наверное, будет победа. Блокируем эту, да, вот эту лисиную бабу. И в нее, собственно говоря, все это и закидываем. Закидываем, накидываем. Трешечку сюда. Трешку сюда. И, значится, вот так вот стихиечку срезаем. Ага. И диметрой туда. Бам. 1000. Хорошо. Ну, тогда, значится, сюда фиолов. Угу. Угу. Лечимся. Ворон сажаем. Хеприка сюда. Чудно. И камушки вот сюда. Угу. Угу. Так. Нормально. Нормально. Пока. Пока идем вроде неплохо. Так, что тут есть еще интересного? Есть вот такая вот дама. Есть закон и порядок. Есть вот такой вот товарищ. Так, ну, в принципе, можно попробовать. Вот сюда сходить новой желтой мьерой, которая, вот она у меня тут почти докачанная, но почти, можно сказать, не считается. Так, значит, соберем ее и берем, наверное, Диспелов Левиафана. Левиафана возьмем. Так, еще бы кого тут взять. Можно вообще попробовать какую-нибудь радугу вообще тут замутить. Просто прикольнуться. Или не надо выебываться уж сильно. Да, наверное, мы не будем все-таки этого делать. Так, тогда чего бы тут сделать-то? Так, нет, давай мы, знаешь, как сделаем вот так. Возьмем вот сюда теску. Это не Левиафан, зачем я убрал? Так, Левиафан и. Так, можно взять, попробовать сюда. Можно взять, попробовать Кану. Вот так вот, да, Кану там годится. В принципе, сгодится. Так, и кого бы еще, кто будет снимать с нас все приколы. Вот такая вот какая-то получилась хер знаем что. Давай мы вот сюда вот сделаем вот так. Во, наверное, вот так. Да? Значит, диспел есть. Левиафанчик. А вот эта вот желтая мегера, она по фиолетовым, конечно, лупит. Лупит она нормально. Так, и здесь у нас получается... Получается так, она средняя, Кана только быстрая, значит, пазик будет только 3 плюшечки закидывать.
И это тоже хорошо. Ну, давай попробуем. Такой какой-то тапок вообще мутнейший просто. Хер знаем, что я тут набрал. Ну, пойдем посмотрим. Ну, давай. Или на тезку перекину 30-е отряды. Во, пока. Во, да, во, вот так. Ну, во. Ну, в смысле, нельзя цель атаковать? Ну, ёп. Сидел тут, это что-то выбирал, блядь. Готовился, ну, в жопу. Так, давай вот так. Так, где она есть-то? Тезка. Тезка. Канна. Левиафан и шип. Во, вот так. Угу. Угу. Ну да, давай, погнали, попробуем. Посмотрим, что получится. Так, так. Только 6 синих камушков, да? 6 синих камушков. Ну давай тогда будем их собирать. Что делать? Так, и вот так. Угу. Давай вот так желтых закинем. Давай в центр, что ли, будем кидать. Может, тут сейчас все синие. Зеленые какие-нибудь вылезут. Угу. Давай вот так зеленых. Давай вот так вот закинем. Угу. Желтые. Так. И надо... Надо еще как-то собрать синих камней. Вот так вот через ход только получится это сделать. Угу. И вот так вот. Главное, чтобы лишнего сейчас ничего не полетело. Так, а лишнее полетело в Кана, да, значит, лечиться так пока нельзя. Ладно, давай тогда снимаем с себя вот это вот все дело, вернее, с них. Вот так вот бьем мегерочкой. Так. И вот так вот каночкой. Бах. Заблокировались. Кроме селедки. Да? Угу. Так, а эта херня висит. Так, а это сначала она, да? Сначала лечит, потом снимает. Так, 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 так. Я ошиб, по-моему, рассеивает. Замечательно. Значит, сначала мы лечимся. Ага, все живы. Прекрасно. Тезку пока оставим. Угу. Ну, вот сюда давай закинем желтых. Ангарбоды, что тут она, куда? Угу. Нормально. Так, и сколько у них осталось? О, один ход как раз. И давай вот так вот синих еще. Бамс. Бамс, бамс. Так, так, так. Ну и что там? Давай селедка лечи. Селедка лечит, и Валентину прилетает 300. 300, 300, 300. Так, ну тогда мы каны бьем вот сюда. Забрали центр. Это уже что-то. Но, сука, пазик уже. Сука, пазик. Так, и ну ладно, давай вот так тогда сделаем. Угу. Так, сколько эта херня? Два хода. Два хода, значит, так, что мы делаем? Эти все заблокированы. Давай желтых вот так вот соберем. Нихера себе, там тычки были. Прикольно. Прикольно, конечно.
Так, тогда, значит, зеленых нам, да, надо как-то собрать. Давай вот так вот через комбинацию. Заряжаем шипа. Угу. И что-то как-то не очень прикольно все на самом деле становится. Прям вот совсем не очень прикольно. И как бы и синих-то нету. Синих нету. А надо хотя бы один камушек. Где-то намутить один камушек. Ну-ка, может, вот здесь вот выйдет? Да, хер там, не вышло. Не вышел камушек. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну давай вот так вот. Угу. Так, 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 так. Но если я сейчас морду взорву, то она, ее, наверное, я не убью. Ну, давай пробовать, что больше. Да, блядь, 56 хп осталось, сучка. Так, ладно. Тогда, значит, мы делаем вот так. Защищаемся, делаем вот так левиафаном. И вот так вот трёшку в него закидываем. Угу. Так. И пазик опять ультует, да? Ну ладно, давай вот так. Кстати, синих. Чё-то как-то синих вообще нету. Ни хрена. Нету синих камней. Это плохо. Очень плохо. Вот прям... От слова пиздец, как плохо. Прям очень-очень-очень плохо. Где синие камни? Синих камней хер нету. Нету ни хера. Ну, может, вот здесь вот выйдет, блядь, не вышло. Ну, пазик тут уже все, блядь, сейчас начнет хоронить. И меня убивать, да? Угу. Так, давай вот так. Не, ну тут одним левиафаном я, наверное, ничего уже не сделаю. И синих камней тут вообще нету ни хера. Синих нету ни хера. Ну вот и, блядь, набрался я, блядь, команду мощную. И как обычно, блядь, обосрался. Понятно. Понятно, блядь, все это ясно. Угу. Да. Ну, сейчас пазик будет бить, да? Ну, давай, сука, бей. Блядь, и синих нет камней, блядь, добивать нечем. Это все они лечатся. Короче, блядь, пиздец опять. Да, блядь, где синие камни? Ёбаный в рот. Ну вот, мне там, да, кто там писал, что, блядь, ты там камни не умеешь двигать, блядь. Ну давай, ёпта. Найди мне тут синих камней. Я уже сколько ходов тут сделал, и, как видим, просто их дохера. Тут, блядь, целая синяя поляна. Синих камней просто хоть жопой жуй. Понятно, блядь, пизду. Такую всю эту херню. Ну да ладно. Что тут у нас осталось там? Что осталось? Ну, давай попробуем сюда сходить тогда. Попробуем сюда. Так. Можно попробовать взять Прометея. Бафать он, по идее, будет Талина. Талина. Возьмем сюда Артио и Макока. А лечить нас будет
Кто нас будет лечить? Не, давай макока не будем брать. Возьмем сюда вот так. И возьмем какого-нибудь. Там что-нибудь снимать-то есть у них? Есть. Так, значит, давай возьмем весну. Где она есть? То весна. Весна красная. Вот такой вот тапчик. Давай вот эту. Сделаем вот так. Вот так, вот так. Ну. Так, вроде. Вроде все. Так. Угу. Ну, погнали. Погнали, погнали и пригнали. Так, желтые, зеленые. Желтые, зеленые. Так, зеленые так полетели. Угу. Давай вот так вот. Так, зеленые вылезли тут какие-то. Угу. Ну, давай мы их и соберем сразу. Так. Чтобы их не просрать. Так, вот так. И, значит, как мы сделаем? Вот так заряжаем Толяна. И вот так заряжаем зеленую ударку. Угу. Так, Кана ультанула, понятно. Ультанула, прекрасно она, конечно. Так, ну давай, давай, значит, весной мы снимаем с них приколы от Каны. Лупим Прометейчиком. И он Толяна усилил. Это хорошо. Так, и теперь тогда... В кого бы тут лупануть? Ну, давай вот у этого чувака лупанем. Артём лупанем. Так, и Толян. Ну, давай, сколько ты там? 1120. Ну, что-то как-то, если честно, я ожидал немножко большего от него. Угу. Так, 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 так. И если мы сейчас закинем, давай сделаем вот такой ход, чтобы сгорел вот этот желтый хрен. Так. А андербода, наверное, не сгорит. Не догорит. Давай тогда вот так. Отлично. Угу. Ну, теперь она точно догорит. Так, и вот так Толяна зарядим еще разок. И тогда вот сюда в Кану вот так запустим. Ага, три в одного. Чудесно. Ну и бедный макок остался тут. Сейчас мы с ним это все и разберемся, соответственно. Так, снимаем с него всякие приколы. Баф Прометеем, Артио бах, и Толян по 1000 триплюшки. Ну, ладно, пусть будет так. Угу. С законом разобрались. Так, остается два тапочка. Куда бы тут еще сходить? Сходить куда бы тут? Такие все уже не очень интересные, если честно, цели остались. 5300, 5400. Что тут? Два хила. Ну, давай сюда. Пойдем, зайдем. Валентин, Снежок. Значит, берем двух диспылов как минимум. Да, берем же. Так, берем сюда диспылов. Берем
Так. Или можно взять. Да, возьмем сюда с Кукульканом команду. Последние так войны она меня прикалывает, эта команда. Прям так нормально она заходит. Мощно, мощно, я бы сказал. Так, и... Так, кого бы еще тут Хелата какого взять? Кэса. Так, остался Махабали. Так, так, так. Ну, вроде нормально. Вроде нормально. Сюда давай вот так, чтобы побольше был урончик. Сюда вот так. И погнали. Погнали, полетели. Угу. И погнали, прилетели. Так, значит, ну, заряжаем тут всех. Центр и снежка тут можно смело прокидываться. Такие они, ребята, тут пассивные. Никто тут ничего не украдет. И это хорошо. Заряжаем зеленых, заряжаем хилов. Угу. Кэс зарядился. Так, Кэс зарядился. Давай вот сюда вот так закинем. Угу. Так вот, желтых сюда. Угу. Так, вот зеленые вышли, желтые, ой, синие вышли. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, сейчас будет хорошо. Угу. Итак, значит, что там, насмешка? Два хода, да похеру. Давай. Бах. Бах. Угу. Первый прилет 2200. Второй прилет 2100. И третий прилет 2200. Угу. Не убился, да, ты, козел, блядь? Ну, ладно. Ладно, хорошо. Давай, значит, сейчас спадет с тебя эта херня твоя. И ничего тебя уже не спасет. Угу. Так, так, так. Так. Ну, давай сделаем вот так. Ну, тут, по сути-то, уже бьющих-то. Бьющих осталось только макака одна, которая там что-то там она ворует, но успеет ли что-нибудь она своровать. Давай кэсом. Кэсом ультуем. Бах, на 900. Угу. Так, так, так. Сколько там? Насмешка, два хода. Так, ну и похеру, давай бьем туда все. Все, снежка. Угу. Так, как бы тут так прокинуться? Так, угу. Опять этот хрен зарядился, да? Так, 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 так. Угу. Давай вот так, вот так, вот так. Соберем вот так 4. Кристалл. Угу. Так, а ну-ка. Хватит этому мохнатому. Не туда немножко прилетело. Ну да ладно. Еще раз седну заряжаем. Заряжаем Кэса. Давай вот так. Зарядили зеленых. Ну и тут уже будем, собственно говоря, заканчивать все это мероприятие свое. Угу. До свидания.
Так, и остался один Тапулет, один последний, ну и кого тут, кого бы тут взять. Диспелов у меня там один, по-моему, один остался. Ну, какие-то тут такие, они все неинтересные. Неинтересные, блядь, совсем. 5300 вообще, блядь, что это такое? 5400. Даже не знаю, куда пойти. Вообще 5200 какая-то команда. Так, 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 так. Угу. Ну, давай, ладно. Давай пойдем сюда. На Зинку. На Зинка, кто там? Толян, Махабали. Так, Толян, Махабали. Так, так, так. Синие, зеленые. Давай возьмем сюда Хеприка. Возьмем сюда ложку. Ло-ло-ло. Так, а Макок-то там есть? Макока там нет. Значит, можно тогда взять вот этих вот красных ребят. Угу. Да, пойдем вот так вот попробуем. Попробуем, чего получится. Так, фиолетовых. Вроде что-то есть, да? Ну, давай сделаем вот так вот. Так, и сделаем, наверное, вот так. Угу. И сделаем вот так. Так, ну а теперь Зинка заблокируется или нет? Заблокировалась. Замечательно. Ну и тогда, значит, в нее вот это все говно и полетело. Полетело еще и вот это сверху. Ой, тут еще и три красных вылезло. И туда же они тоже полетели, собственно говоря. Чудесно. Прекрасно. Так, и тогда кого мы будем бить? Амзу нам сейчас не страшен. Давай, наверное, будем бить Толяном. Наверное, тут самый такой мерзкий. Угу. Хорошо. Бах, весна тоже отвалилась. Замечательненько. Замечательненько. Так, а если мы вот так взорвем, то Махабали, да, сейчас ультанет. Угу. Так, ну ладно. Ультанет и ультанет. Хрен с ним. Это не страшно. Тогда заряжаем своих красных еще раз. Ждем, пока спадет с них щиты. Так, делаем вот такой вот ход. Угу. И тогда делаем вот так. Делаем вот так. Ангарбода. Ну-ка. 2 в 1. 1700, 1400. Хорошо. Бабах. Вот так. И 100 хп. Бабах. Кавалер. Прекрасно. Ну, вот, собственно, вот такая получилась войнушка. 5 шотов. Один такой обидный немножко разбивчик. Но, ну, получилось как получилось, собственно говоря. Значит, смотрим, что тут по атакам. Вон я тут вот один вот обосрался из всех. Там вон ребята херачат. Прям вообще лихо. Ребята нормально тут заряжают. Только в путь. Ну, что тут, да, говорить. Конечно, аллея звезд немножко послабее, чем мы. Подбор дал им, конечно, сильных нас. Да, ну, что делать? Ну, в следующий раз какие-нибудь там Хеликсы или чемпионы к нам попадут.
Ну, мы будем на их месте. Хотя, кто знает, как там что получится. Вот, топ-атакующих. Ребята тут нормально навалили. Я тут пока на 9-м месте. Ну и 21 место. Тут, конечно, все мы. Один до 2. Товарищ, он 6 шотов тоже нахерачил на нас. Красавчик, молодец. Ну, а остальные тут уже не с таблицы. Тут ребят вообще еще, похоже, не били ничего. Ну, а вот кто ударил, тот, значит, ударил. Ну, вот такая война, ребята. Всем спасибо. Постараюсь выкладывать контентик почаще, ну, как будет время. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, прожимайте лайкосики. Ну и впереди будет всякое интересное. Ну, может быть, даже запилю обзорчик на Мегеру. Все-таки, наверное, в том бою она не показала себя своей лучшей стороны. А так тетка прикольная. Прикольная. Наверное, запилю в ближайшее время. Посмотрим, что она умеет. Ну, всем спасибо. И результаты будут в конце этого видоса. И всем пока-пока.